справимся. Надежда в наших руках. Чай кто-нибудь будет? Чай. Чай. Если есть хотя бы малейшая вероятность, что на этих выборах и в бюллетене появится хоть один приличный человек, то нужно попробовать это сделать. Я пришел, оставил подпись, а потом понял, что это, наверное, недостаточно. Я могу сделать больше и решил стать больше. Понедельник, будний день, к московскому штабу Бориса Надеждина снова выстроилась очередь. Теперь здесь ждут людей с региональной пропиской. Москвичи уже оставили достаточно подписей в поддержку единственного антивоенного кандидата, у которого еще есть шанс оказаться в бюллетене. Сотрудники штаба запустили кампанию «Приведи регионы». В очередь, Московская область, подходите! Антоновский округ, Витебск, привет! Воронеж, привет! Александра, Донецкая область. Я из Алтайского края. Я за сменяемость власти, и это достойный кандидат. Хочется изменений, хочется будущего. Уже 25 лет практически ничего не меняется. Везде трубы взлетают на воздух, везде кипяток летит, все идет по одному месту. Надеюсь, что вот эти вот все мои активности помогут все изменить. В крупных городах оставляют подписи и жители других регионов. Зрительница «Дождя» из Екатеринбурга рассказала, что в местный штаб приходят люди из Челябинска, Омска, Перми, Краснодара, Башкортостана, Кирова, Томска. Вот издалека видно. Очередь стоит. Неравнодушные граждане, которые хотят перемен. Нам необходимы именно области, кроме Питера, Москвы и Перми. А все остальные области мы, наоборот, я хочу вас попросить, поискать среди своих знакомых, кто прописан, и прямо поуговаривать их сюда прийти. А вот сами лучше не стойте, не тратьте это время. До конца января кандидату Надеждину нужно собрать 100 тысяч подписей. Еще неделю назад штаб отчитывался, собрано всего 10%. Но в последнюю неделю или даже последние выходные эта цифра выросла в несколько раз. Теперь на счетчике 84 тысячи подписей из 100. Последние три дня по соцсетям разлетелись кадры из разных городов. Люди выстаивают часовые очереди, чтобы оставить подпись. На улице стоит очередь. Несмотря на то, что будний день, у людей наверняка есть работа, учеба. Они все равно пришли поддержать независимого кандидата в президенты Бориса Надеждина. Вот. За что вам огромное спасибо. Пора власть менять. Ну сколько можно? Мы привыкли, что вперед ногами только выносят наших правителей. Надо просто, чтобы была нормальная демократическая смена власти. Спасибо большое. За гражданские позиции. Мы к вам пришли с радостной новостью. Мы сообщаем, что мы наконец-то сделали это! У нас теперь и выходные, и в праздники, и в будние дни у нас очередь чуть ли не до самой фонтанки. Нам сделали хорошие люди хорошую рекламу. Ну и плюс, конечно, люди понимают, для чего это нужно. Люди приходят, как правило, осознанные, которые заботятся о своем будущем. Призыв оставить подпись за Надеждина неожиданно объединил разных оппозиционных политиков. Об этом пишут в своих соцсетях Михаил Ходорковский, Максим Кац, Любовь Соболь, Георгий Албуров и не только. В России есть очень массовый запрос на политическое действие. Этот запрос много-много лет подавляется, но при этом люди при любой возможности начинают объединяться. Вот появляются такие инициативные группы. Личности Бориса Надеждина здесь ничего нету, кроме того, что вот он озвучивает антивоенную повестку, хотя бы так, как он озвучивает. Поставить подпись за Надеждина — это возможность, как они видят, высказаться против войны. И они эту возможность используют. Конечно же, сомнения и прочее, оно есть. Какие сомнения? Я бы оставила это при себе. Хорошо. Потому что в любом случае, я думаю, каждый человек для себя все эти сомнения также прекрасно понимает. И он их отбрасывает, чтобы ему легче было сделать выбор. Например, оставить подпись. Хочу, чтобы выборы были разнообразными, чтобы выборы были конкурентными. Чтобы не один единственный кандидат только мог избираться. В Новосибирске главная точка сбора – штаб коалиции 2020. Еще 4 года назад выдвижение на местных выборах независимых депутатов из этого объединения поддержала команда Навального. Но все еще работают, проверяют подписи, оцифровывают.
В разных городах России волонтеры штаба рассказывают о давлении силовиков, но пока это единичные случаи. Например, в Москве задержали, а потом отпустили активистку Татьяну Червенко, которая собрала подписи за Надеждина. Тем временем кадры с очередями в штабах кандидата приходят и из-за пределов страны. Мы подхватываем российские традиции. Собственно, у нас очередь, чтобы подписать. Здравствуйте. Из какого округа вы к нам пожаловали? Оп-оп-оп. Просыпаемся, продираем глазки и идем срочно писать подписи за Надеждина. Многие люди приезжают из пригорода, и некоторые вот там люди говорили, там, что они там целый час идут пешком там, с каких-то гор, потом они едут на маршрутке. Там, да? То есть люди делают усилия. Поэтому мы, конечно, очень сильно стараемся, чтобы каждая подпись осталась. Люди начинают идти с раннего утра, с 10:30 мы открываемся, и до 9 вечера люди идут непрерывным потоком. У нас нет времени на отдых. Мне очень импонирует консолидация общества вокруг, наверное, единственного кандидата, который высказывается за прекращение боевых действий. Но если есть возможность сделать хоть что-то, я считаю, это важно сделать. Спустя 2 года войны и в городах России, и за границей очереди в пункты сбора подписей вызывают у людей воодушевление и даже надежду на то, что в бюллетене может оказаться кандидат с антивоенной позицией. Власть по-прежнему вынуждена проводить выборы. То, что в публичном пространстве появляется кандидат, который открыто выступает против войны, это темы, которые мы едва ли могли представить в публичном пространстве в России еще 2-3 месяца назад. И в если Борис Надеждин все-таки будет зарегистрирован, то до марта эти темы будут звучать в российском публичном пространстве. Конечно, политические менеджеры будут особенно пристально за всем этим наблюдать и сделают все, чтобы дискредитировать Бориса Надеждина, но, тем не менее, это для них определенный риск. Сегодня к вечеру у московского штаба выстроилось еще больше людей. Жители регионов образовали отдельную очередь. Сборщики работают прямо на улице.